это стимул для тех, которые хотят что-то сделать такое, чтобы люди заметили. Вообще любой кризис – это точка отсчета. Было все легко, а теперь попробуй докажи, что ты чего-то стоишь. И вот, например, я часто выступаю с концертами, и я могу сказать, побеждает тот, у которого есть характер, есть четкая мотивация, зачем он живет. А кризис, это я еще раз повторяю, это просто тест на выживаемость, на выносливость и на правильность тех мыслей, которые ты воплощаешь в жизнь. Нет, кризиса в искусстве не бывает. Вообще не бывает. Есть кризис настроения, кризис какой-то там государственный, какие-то политические дела. А искусство, оно выше, оно вообще никак не материализуется.